И теперь о свежих цифрах по заболевшим. В Коми снова немалый прирост. 85 новых случаев заболевания коронавирусом за последние сутки. Данные на 16 июня опубликовал Роспотребнадзор. Всего федеральным референс-центром лабораторно подтверждено 2437 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В активной фазе 1132 человека. Количество умерших не изменилось, их 28. Полностью излечились за сутки 22 человека, и таким образом всего в республике побороть коронавирус смогли 1048 заболевших.